поручить вам секретное задание, Уланы. Меня, боевого офицера, в шпионы! Да ни за что! Вот здесь вас встретит мой агент. Досадно. За любовь, за дружбу. Спасай интернета! За корону Российской империи. Сергей Безруков, Антон Соколов. Он жив, мы должны ему помочь. Он же русский, ты погубишь себя и всех нас. Анна Чиповская и Анатолий Белый. Я согласна стать вашей женой, если вы его отпустите. Их около сотни. Как мы справимся? В фильме «18-12. Уланская баллада». В воскресенье вечером на телеканале «Самара ГИС».